одесную Господа Христа он висел распятый. И Димаса всасывала грозно пустота мукою оставленного часа. Жгло рассудок вспыхнувшее пламя боли от пробитых рук и ног. Он висел так близко от Христа, отданный с ним вместе на заклание, что и сквозь поток насмешек, брани слышал Иисусово дыхание, стоны сквозь отверстые уста. Он висел так близко от Христа, был прибит такими же гвоздями к серой перекладине креста. Но другие дали неспроста открывались пред его глазами. Грешнику предстала вся чета прожитого. Сам себя ограбил, обокрал, обмерил, обсчитал. Дьяволу покорен был по рабье. Сколько раз разбойничал, не счесть. Понял он, чей рядом скован дух, понял жертву Господа и милость. И душа затрепетала вдруг, и стыдом прозревшая омылась. Горько он покаялся, кляня жизнь свою, охваченную мраком. Господи, ты помяни меня в царстве твоем, вскричав, заплакал. Лишь теперь сумел он рассмотреть долгий путь с коротким эпилогом. Жизнь он прожил с дьяволом, но смерть принимает просветленный с Богом. Боль, казалось, таяла, как дым, но не затмение сознания, это на себя его страдания взял на крест вошедший рядом с ним. И, взглянувши на него, Иисус ему ответил: «Ныне ж будешь ты со мной в раю». И смиренный взор Димаса встретил. И Димас прошел в его врата, и над ним отверзлось небо, и ушел из мира просветленный. Тот, кого распяли в мире этом, одесную Господа Христа. Аминь.